Этот фильм – обращение ко всему миру. Совершается убийство. Убийство президента Международного суда матерей Татьяны Николаевны Шашуты. Убийство меня, президента Международной ассоциации ученых интеллигенции, профессора, писателя. После того, как были предыдущие фильмы, посыпалась куча вопросов. Я их классифицировал так. Стоны, жалобы, гнев повально в сторону правительства России, которое учредило геноцид и убивает безнаказанно. Даже есть такие вопросы, кому эти фильмы, кто их смотрит, какой они имеют резонанс. Фильмы эти рассчитаны на всех, у кого есть совесть, в отличие от правительства Российской Федерации. Кто болеет, переживает за женщин, детей, беременных женщин, мужчин, законопослушных граждан, переживает о том, что вершится беззаконие, тайное уничтожение и калечение. Теперь изверги, фашисты докатились до того, что перешли на убийство. Я ученый. На все существуют замеры и убедительнейшие доказательства. Но вы должны все-таки понять, по всей России рассыпан концлагерь новейшего типа на квартирах. Концлагерь назовем имени Владимира Путина. Их миллионы. Именно потому, что они разрознены, считает спецслужбы и правительство, что это не будет явным, как, например, массовое поражение или массовое уничтожение. Будет. Можете не сомневаться, изверги. Будет обязательно. Есть и такой вопрос. Не боятся ли суд матерей и я вызова в суд? Сначала напомню, что Путин дважды вызывался в суд матерей. Теперь матери с радостью будут тому факту, если их вызовут в суд России. С радостью пойду и я. Все это будет обнародовано.
найдется средство, хоть суды и политизированы в России, и подчас закрытые, можете не сомневаться, все содержание будет выставлено в информации по всему миру. Так в чем же суть этого концлагеря? Выборочное поражение не только в тайне, не только без объявления людям о том, что они якобы где-то прегрешили, о презумпции невиновности и не мечтайте. Кого захотели, того и будут калечить. Мне часто пишут, обращаются. Я не политик, я не дебошир и не наркоман. Чего ради меня? Наивно. А потому как эта огромная армия спецслужб, им что-то делать надо? Был фильм комедийный, германский, о том, что в некотором городке преступности нет. Значит, полицию надо уволить. Поэтому наши фашисты Российской Федерации найдут. Списки будут такие дикие, кому понадобилось калечить беременных женщин? Кому понадобилось убивать мужчин, как Евгения Степановича Иванова? Не политик, не наркоман, честнейший человек, спокойный, не дебошир. Так что не ищите причину. Причина в духе фашизма, который хуже всякого гестапо. Истязает, убивает людей. Я не говорился, убивают. Есть очень много жертв. Не счесть. Когда мой отец в 1941 году добровольцем ушел на войну и там погиб, защищая Родину. Думал ли он, что потом наступит правительство Путина и будут фашисты внутренние калечить детей, женщин? Методы спецслужб еще недоумок Горбачев колыхнул. Убили моего брата, убили второго брата, убили сестру, убили мать Татьяны Николаевны Шашуты, которая проработала 40 лет на фабрике. За что убили, а не за что? В том-то все и дело, что этот лагерь заполнен, хотя и в своих квартирах, заполнен законопослушными гражданами. Так для кого этот фильм, я думаю, делаю? Для всего мира. Кто честен, кто переживает за детей, за матерей, кто переживает за Россию, за ее будущее. А вы учтите, что проверки показали,
что вот эти вот частотные облучения, химические аэрозоли и бактериологические средства калечат до ДНК, до генетического кода. Кого хочет получить потом Россия? Кого она получит, если уже суд матерей предоставил мне факты обрабатываемых беременных женщин, у которых родились дебилы? Как вам, Владимир Путин, несовестно пиарить себя международными, а средства массовой информации? Владимир Путин такой прекрасный, замечательный, а как другая его сторона, его сущности. Поэтому я приведу замеры последних дней. Сегодняшние замеры убивают. Я не оговорился. Даже теперь я говорю с трудом. Голос сипнет, функции подорваны. Я сижу кое-как в кресле. Так что этот фашист, пускай не считает, что все пройдет гладко. Как вопросы задают, прокляли ли наконец-то матери Владимира Путина? Да не только его. Я говорил, я как специалист по полям, не физическим, не электромагнитным, а биологическим, скажу, что достаточно мозаики полей у преступников, она очень специфическая. Не нужна фотография, не нужны технические средства. Издыхать будут и болеть повально. Кроме того, как ДНК перейдет все это и на весь род. Не знаю, может, это мой последний ролик. Может, это моя последняя речь. Но я обращаюсь ко всему миру. Я обращаюсь к людям честным, которые не боятся этих фашистов, которые понимают, что вот это вот средство массовой информации провозглашения липа. Итак, буду надеяться.